Привет, привет! Сегодня хочу показать вам распаковку. Приехали очень-очень классные позиции. Буду с вами делиться. Первая позиция — это несмываемый кондиционер для волос. Он идет как термозащита, что очень хорошо. В составе есть витаминчик А, который защищает наши волосы. Подходит для сухих волос, обладает увлажняющим эффектом. И, кстати, он несмываемый. Дальше. Это у нас спрей для ежедневной укладки кучерявых, кудрявых волос. Он делает кудряшки еще более красивыми. Прям такими локонами-локонами укладывает. Вот, разделяет каждую прядь отдельно. И получается натуральный эффект, без какого-то стайлинга. Но каждая кудряшка ложится отдельно, и получается вот очень красивая прическа. Для кудрявых, непослушных, волнистых волос. Так. Вот эта линия от Giovanni идет для тусклых, уставших волос. Шампунь приехала, объем 250 миллилитров, и кондиционер тоже объем 250 миллилитров. Именно эта линия идет уровня салонного ухода. Очень крутая линия, просто мне очень нравится. Так, это в следующей посылочке еще приедут. Тоже там и с оливкой, и с ананасом приедут шикарные-шикарные шампуни, шикарные средства для ухода за волосами. Дает, именно вот эта линия, дает блеск волосам, насыщает их, питает. Волосы становятся живыми, яркими, ровными, гладенькими. Вот. Поэтому рекомендую для поврежденных, тусклых, тонких волос. Дальше. Вот это у нас приехала термозащита. Когда выравниваете волосы утюжком, работаете с плойкой, сушите феном, очень хорошо защищает волосы и дает им ультраувлажнение. Очень хорошо увлажняет, подходит для сухих волос, поврежденных, ломких. Те, которые нуждаются в интенсивном питании и увлажнении. А также подходит для обычного типа волос при использовании утюжка, плойки. Вот, объем 118 мл. Тоже от бренда Giovanni. Он выглядит, да, в форме спрея. Следующая позиция — это у нас средство для объема прикорневого. Так, тоже Giovanni Экочик. Вот у него очень удобный распылитель. То есть мы поднимаем прядь волос и наносим. Очень удобно наносить. Да, это средство на волосы. Дает прикорневой объем. Помимо этого, мы можем самостоятельно давать волосам то направление, которое хотим. Дает ультраобъем. Очень-очень крутое средство. Если у вас, допустим, волосы тоненькие, и вам нужно их немножечко поднять, идеально прям подходит. Так, это у нас средство для реконструкции волос, для восстановления сильно-сильно поврежденных волос. Используют его как кондиционер. Да, после нанесения шампуня помыли, смыли шампунь и нанесли это средство в виде, прошу прощения, в виде кондиционера. Вот. Очень советую для волос поврежденных после химической завивки, после длительного окрашивания, для волос с секущимися кончиками. Вот это средство спасения для таких волос.
Так, что здесь еще? Ага. И еще приехала вот такая масочка с оливковым маслом. Максимально питает волосы. Очень хорошо восстанавливает, напитывает, дает им блеск, силу. Вот они становятся такими напитанными, тяжелыми, да, на вид такие как будто тяжелые, такие роскошные волосы. Вот эта масочка прям очень хорошо способствует этому. Подходит также для тонких, ломких волос, поврежденных, которые требуют какой-то дополнительный уход. Смотрите, какая милашка. Так, и это, да, видите, для сухих и поврежденных волос. И еще хочу показать вам Beauty Box. Смотрите, он приехал вот в такой коробочке. Красиво, и все так прям шикарно. И в этом Beauty Box у нас некоторые продукты. Тоник. Смотрите, какой красивый. Дальше. Крем для глаз с ретинолом. Я его уже протестировала. Очень такая интересная текстура. Впитывается быстро. И его совсем-совсем капельку нужно наносить, потому что я взяла такое количество, как обычно наношу, но его оказалось много. Поэтому его прям капельку нужно наносить, и подозреваю, что вот этой коробочки 30 мл хватит очень надолго. Впитывается быстро, и действительно кожа становится вот такая напитанная вокруг глаз. Благодарная кожа за такой крем. Дальше это у нас скраб для личика, для глубокой очистки. Вот такой пробничек крема. Он идет и для использования вечером, и для использования днем. Дальше пробничек сыворотки с витамином А. И что у нас здесь еще? Сыворотка с ретинолом. Показываю, как выглядит. Вот флакончик с пипеткой, что очень удобно. Объем, так, где здесь объем? 5 мл, но ее также нужна одна капелька. Вот в пипеточку набираете, капнули, и достаточно одной капельки для того, чтобы нанести на все лицо. Поэтому тоже экономный вариант для того, чтобы протестировать, да, подходит вам, либо не подходит такое средство. Вот такой очень интересный, очень богатый, я бы сказала, наборчик. Особенно вот крем, прям большой объем, совершенно не пробник. Видите, с ретинолом, гиалуроновая кислота, трипептидный комплекс. Очень хороший крем. Вот такая приехала посылка, классная. Желаю всем хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока!